Вітанечки всім фанатам і фанаткам Eurotruck Simulator 2. Ви на каналі Рулік 69. Меня зовут Руслан. И у нас с вами наконец-то проявилась долгожданная всеми карта, карта Бульон, да? Бомбезно. Класс. Как раз-то ее нам и не хватало с вами в сборочках. Но, как всегда, мои дорогие, не все так однозначно, да? Со всем этим делом. Опять куча фиксов, куча всяких исправлений, куча всяких дополнений. Короче, геймардрос. Но ничего. В 1.50 это все дело мы пережили, да, с вами. Я думаю, что и в 1.51 это все дело мы с вами перечухаем. Самое главное, что это все дело у нас работает. И работает как бы так, более-менее. Вот я сейчас еду по славному городу Ашхабад. Или Ашгабад, как там правильно. Самое интересное, что работает погрузка на свои прицепчики. Я со своим прицепчиком, думаю, специально я это дело все как раз сейчас и проверю. Так что все працюе. На свой прицепчик я без проблем взял грузик и потихеньку себе качу, да? Бомбезно. Вот моя прицепушка. Да я себе и ехаю потихонечку. Что там, как будет дальше, не знаю. Надо катать, надо смотреть. Ну, а так вроде бы. Вроде бы как бы идет все нормуль. Пока идет нормуль. Так что, мои дорогие, поехали мы с вами поконкретнее разберемся, да, что у нас есть новенького, чего нету, как установить, где скачать, ну и все как положено. Ну, я, короче, я книжка пишу, да? Все как всегда. Итак, мои дорогие, читкаем, что у нас здесь новенького, да? Мы на официальном сайте карты от TerraMap, да? Здесь у нас дальше для ETS-2. Выпущен. Ну, описание читать не будем, да? Тут зайдете, почиткаете туда-сюда. Какие страны включены и все остальное. Нам самое интересное, что... рекомендуемые настройки для Сеула, Бишкека, Бухары, Даньдуна, Ашхабада и Пхеньяна. Вот это самое главное, да, не забудьте, у кого еще не выставлен в буфере, размер буфера в конфигурации ETS-2 минимум 20 обязательно. Но, смотрите, ребятки, 20, мне кажется, что будет маловато, 30-ка или полтинничек будет в самый раз. Я думаю, все уже в курсе дела, да, как в буфере выставить вот данное значение. Кому непонятно, значит будем показывать. Ну и дальше здесь идет процессор, читаете, да, какой там графический процессор NVIDIA или эквивалент AMD, так, рекомендуется SSD-шник, требуется не менее 13 гигабайт свободного места для ETS-2, обязательно все DLC плюс мод Roato Asia. Ну, это уже старое описание, да, потому что у нас уже данная карта называется не Roato Asia. Так, памяти 8 гигабайт оперативки, DDR3 или DDR4. Сеул рекомендуется 16 гигабайт оперативочки. Вот так. Так, самое главное. Версия 2. Совместимость ETS-2 1.51. Добавлен. Хуюн.
Короче, я не прочитаю. Ну, вы, короче, поняли, да? Добавлен город и G16 в Китае. Перестроен гора Багаз в Туркменистане. Исправлены ошибки из версии 1. Так, что здесь? Версия 1. Первоначальный выпуск, включающий объединение оригинальных терамап с Руато Азии, Руато Африка, Египет со старой картой Красного моря, был удален в ожидании перестройки для будущих версий. Понятно. Короче, требуется, естественно, все DLC-шки, вся эта фигня, да? Помните, что для всех наших карт требуются все SES DLC. Тарам-дарам-дарам. Ну и понятненько, да? Вот у вас есть премиум загрузка, она стоит денежек. А вот медленная загрузка, но бесплатно. Здесь у нас 5 файлов. Лучше перевести на английский, и вам будет так попонятнее, да? Вот премиум загрузка, а вот бесплатная загрузка. Нажимаете на каждый файлик по отдельности и скачиваете. Все файлы у нас в формате SCS, так что сразу, да, по пути документы, Euro Truck Simulator 2, папочка мод, вот это все туда и закидываете. Я думаю, с этим понятно, да? Ну, поехали, покажу, как буфер сделать для тех, кто еще не сделал и кому что-то непонятно именно с буфером. Ну и вот так выглядят сами файлы, да, когда вы это все дело скачаете. Как я сказал ранее, что все файлы у нас в формате SCS. Вот этих 5 файликов. Не хотите сразу скидывать в папку мод, да, скиньте где-то на компьютер, где вам удобно, потом перекинете в папку мод. Либо же наоборот, сразу же, да, когда будете скачивать с официального сайта, выбираете путь. Документы, Euro Truck Simulator 2, папочка мод, и сюда все это дело вот будете сразу перекидывать. Ну, это уже как вам будет поинтереснее, да? Как вы там посчитаете для себя нужным, так и будете делать. Так, поехали к буферу, ребят. Заходим в документы, да? Euro Truck Simulator 2. И вот, открываем папочку конфиг при помощи блокнота. Нажали, открыли. Делаем на весь экран. Можно там таблицу вызвать и все это дело прописать, открыть. А можно просто вот листаете вниз и вот ищите. User, R, буфер. Вот. Вот эта строка, да? Вот она, эта строка. Что вы делаете? Просто у вас здесь по умолчанию, да, стоит 10. Вот так у вас стоит по умолчанию. Убираете 10, ставите там или 30, или 50. Это уже в зависимости от вашего ПК. Смотрите сами, что да как. Поставили там 30-очку или полтосик. И все. Закрываете, оно вас будет попросит сохранить. Естественно, это все дело сохраняете. Вот и все, мои дорогие. Вот так легко и просто выставить значение именно размер буфера. Поехали потихонечку с вами дальше. Будем смотреть, что да и как. Дальше много интересного. Естественно, со всякими фиксами, хериксами и со всем остальным. Ну и вот так, мои дорогие, все это дело у нас уже выглядит непосредственно в самих модификациях, да? Те, кто собирал со мной вот вчера самую комфортную сборочку, вот сюда мы его и поставим, данную карту бульончик, да? А нет, ставьте в любую другую сборку, это не суть. Самое главное, что карта работает, что все идет как бы так. Я вам покажу именно на примере нашей самой комфортной сборочки. Снизу выставляем карту Сибири, да, версии 2.9.0. Выше у нас идет Южный регион, версии 13. Дальше у нас идет фикс от Джерри к южному региону, потом у нас идет Promotes Казахстан Asset Def Map, потом, естественно, идет у нас Fix для нормальной и корректной работы карты Promotes Казахстан с картой Сибири. Ну куда же без этих фиксов, да? Так далее у нас идет Fix от того же Джерри для нормальной работы карты Казахстана от промодов с картой бульона. Поставили.
Выше, естественно, мы ставим с вами вот это паромное соединение, да, ferry connector. Пока что у нас там нету Московии. Когда там они отдуплятся с нормальной версией, тогда нам, естественно, вот это все, данный коннектор не понадобится. Ну, пока отдуплений нет, ставим этот коннектор, чтобы мы с вами могли попасть в ту сторону. Ну, на карте покажу. Ну и самое интересное, да, дальше у нас идет доблестная легендарная карта, карта Бульона. Так, выставляем 5, 4, 3, 2, 1, поставили. И всеми любимые дальше пошли исправлялки, исправление, прошу прощения, в долян паромной переправы, да? Вот этот фикс, который исправляет вот это все дело, чтобы у нас с вами не было там никаких проблем. Поставили. Дальше ставим фикс, который исправляет там какие-то та-та-та-та-та-та, я так особо и не понял. Но какие-то тоже проблемы исправляет на данной карте. Поставили этот фикс. Там какие-то определения, херения. Там, короче, что-то замудренно. Ну, все как всегда. Поставили данный фикс. Потом ставим с вами выше. Доблестный легендарный наш промоц 2.71. Ассет модель 3.2.1. Medium AppDev. DLC Support. Дальше опять же фикс Нюрнберг. Поставили. Выше ставим. Дополняшку. Ближний Восток. Asset DevMap. Палестина. Палестина по желанию, мои дорогие. Выше. Палестины ставим вот это. Red Sea с бульона. Так. Это у нас идет. Red Sea Map. Короче, дорога вдоль Красного моря. Бульон, Адон, Промоц, Ближний Восток, коннектор. Вот это все дело у нас там соединится, да? Ну, в карте опять же покажу. Поставили. Дальше у нас идет Латвия, Ребилд, Франция от Чарли. И дальше идет легендарная всеми любимая карта, карта Роекс. Выставляем. Роекс Медиа, 4, 3, 2, 1 и файл Коре. Это для тех, у кого платная версия премиум. У кого бесплатная версия премиум, естественно, у вас вот этого файла Core не будет. Дальше ставим коннектор Роекса с южным регионом. Выше ставим коннектор Роекса с картой Промоц и с дополнением Ближний Восток. Острова шведские от Бинган и подложка. Ну и вот это я использую модификацию для полноэкранной карты нашего игрового мира. Вот и все, мои дорогие. Дождались мы с вами карту бульончика. Вот теперь мы ее будем вкидывать во всевозможные сборочки. Карта зачетнейшая. Покатать езде, красивейшая. Самое главное, чтобы она нам не делала мозги, да? Я думаю, что все будет как бы так нормуль. Перед началом видео я сказал, что работают грузы на своем прицепе. Это уже класс, потому что многие катают именно со своими прицепами, так что одной проблемой меньше. А что там будет дальше, какие там геморрои будут вылазить, ну будем катать, будем проверять. Ну я хочу верить, что все будет норм. Поехали дальше. Ну и вот так это все выглядит у нас уже в самой карте, да, быстренько пробежимся, наш полнейший Промоц, красава, дополняшка от Чарли Франция. Естественно, здесь у нас идет Латвия, Ребилд, острова шведские от Бинган. Тут у нас, естественно, все по промодам, вот эти все островки. Так, карта Роикс, которая включает в себя всю нашу неньку Украину, да? Ближний Восток от промодов. Казахстан от промоц. Карта Сибири шикарнейшая. Ну и вот у нас плавненько это все дело с вами переходит именно в карту бульончика, да? Вот для чего нам, мои дорогие, нужно вот это паромное сообщение, да? Пока, как я говорил, нет нормальной адаптации вот этой Московии. Будем
будем пользоваться вот этим паромным сообщением. Ну, смотрите, что самое интересное, да, здесь как бы так нормальным ходом все идет, стыкуется, Горобогаз там перестроен, будем смотреть, катать, что там перестроили, что там, да и как. Было у нас в версии 1.50, да, вот здесь соединение. Почему-то в 51 это все дело убрали. Вот здесь у нас погрузка, да, вот как бы так, все, ответвлений нет. Здесь у нас так же само, погрузка, все, никаких ответвлений нет. Здесь так же само. Кёне ургенч, айдрит Мадрид. Короче, все, почему они убрали это все дело, для меня как бы так непонятно. Классно было с двух сторон заезда на данную карту, но посчитали нужным, убрали. Короче, вот так это все дело у нас выглядит, да? Ну, в принципе, как и было, как и есть. Из изменений мы с вами вначале читали, да, на сайте, что там. Прошу прощения. Чуть задрынчало в горле. Сегодня праздничек. О, да, кстати, ё-моё. Всех витаю с праздничком, мои дорогие. Хай боженька дает здоровечко и всех земных благ. Но это нормальным людям. А всем остальным какашкам того, что они заслуживают. Я думаю, это будет как бы так по-честному, да? Так, тут понятно. А Покрова, Покрова, большущий праздник. Класс, Покрова. Як раньше казали у нас в неньки Украине, заревила дівка, щось там на Покрову, щось там. Короче, какая-то такая присказка была интересная. Но вот я ее почему-то вот часть помню, часть не помню. Ну, бывает такой, старенький уже. Так, и у нас здесь вот здесь, да, Далянь, Пхеньян, Сеул и все остальное. Там мы почиткали с вами, да, вот эти исправления поставили с вами в Далянь, чтобы у нас тут проблем не возникало. Короче, ого, тут ля, ого-го-го, понаделывали. Один, второй, третий порт. Офигеть. Да, крутелыки. Ну вот так. Так, что у нас тут еще? Сонхла. Вот и все, мои дорогие, все, что мы с вами имеем. Ну, в принципе, как бы нормуль. Самое-самое-самое основное, чтобы это все дело работало как бы так нормальным ходом. Ну, а там будем посмотреть, что воно да и как воно будет. А посему, мои дорогие, буду с вами прощаться, как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. И хочется мне все-таки верить, что будут как бы так нормальным ходом работать у нас все эти сборочки со всеми этими нашими доблестными и любимыми картами. Но вот хочется мне верить. Я думаю, что так оно и должно быть. Будь добру, будьте мне здоровы. Все будет Украина. И даже чтоб никто и не сомневался. И як завжди, величезна дяка и нижайший поклончик от меня всем моим спонсорам, всем моим подписчикам. Ребятки, от чистого сердца и от чистой моей старческой, предстарческой души, да? Дякую вам. Реально, ваша поддержка много означает для меня. И для канала, естественно. Дякую, дякую, дякую. Еще раз, быть добру. До новых обзорчиков. Всем пока-пока.